Всем привет! Привет-привет! Привет-привет! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я с Галей, поэтому наш канал! Друзья, мы создали для вас потрясающие ароматы для дома, офиса и вашего автомобиля. Аромадиффузор будет стильно смотреться в любом интерьере и заполнит ваше пространство приятным ароматом. Ароматическая свеча придаст вашему дому приятный аромат, атмосферу уюта и тепла. Аромадиффузор для автомобиля заполнит салон вашего авто незабываемым ароматом. Заказать продукцию можно в магазине «Озон», перейдя по ссылке в описании. Только что вы посмотрели рекламную вставочку с видео рекламой продукции моего сына Дениса и его жены Кати. По поводу того, реклама их продукции, что они выпускают, что они делают сами своими ручками. Они делают диффузоры. Диффузоры для дома. Галя. Галя. Диффузоры для дома и для автомобилей. И еще у них появились сейчас свечки. Я хочу напомнить, что вот многие заинтересовались именно вот этим ароматом. Это аромат по мотивам Кирки. Он сейчас у них вот буквально на днях, вчера или позавчера, появился в продаже, поэтому кто искал и кому не досталось, вот, пожалуйста, туда, вот Кирки. А я все никак не могу его открыть, потому что у меня там стоит предыдущий, никак не выветрится, поэтому я его как бы берегу. Так, про рекламу поговорили, отработали свои деньги. Нет, конечно, никаких денег сын не платит. Все на общественных началах. Все по-родственному. Галь, все. Ты по-родственному? А то, по-родственному. Ну-ка, по-родственному скажи, что тебе нравится. Мне обалденно нравится. Там запах вообще. Без родственников. Без родственников. Просто нравится и все. Да. Вот. О чем мы с вами с Галей? У меня тут пес, если кто-то там не смотрит, а там одно ухо торчит. Вот. Решил мне на ручках посидеть. О чем мы хотим сегодня с Галей поговорить? Галя, ты читаешь? Читаю. Подожди, Галя, дай не моему слово. Галя читает все комментарии на канале. Ты раньше читала, а сейчас особенно читаешь, потому что... Ну, читаю, и раньше читала, и сейчас читаю. Потому что многие комментарии касаются именно... Гали. Мы уже тут, уже у меня было видео, что Гали там нравится, не нравятся комментарии, вот совсем недавно. Но сейчас немножко другая тема. Сейчас будет тема. Я хочу тебе, Галь, задать вопрос, который я очень часто сейчас... Задавай! Я отвечу! Который очень часто сейчас на канале. Галя, предлагают срочно тебе открыть свой канал. Я не того характера. Подожди. Ну, давай начнем сначала. Открываешь? Давай. Нет, не открываю. Почему? Не открываю. Потому что у меня характер такой. У меня характер, ну, как сказать, не знаю. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я спокойный человек. Но если меня доймут, я могу и... разогнать. Да, кстати, Галя иногда хочет ответить там на какие комментарии. Я говорю, Галя, я тебя умоляю, не надо. То есть я ее еще сдерживаю. Я хочу сказать, что мы с тобой уже стрельцы. Стрельцы, мы... По идее, должны характеры у нас быть похожи. Ну да, где-то похожие вообще-то. Но да. У нас и характер где-то похожий, где-то мы расходимся. Это про то, что держите меня семеро, если меня затронут. Это да. Галя тоже молчит потом. Как даст тут всем шорох? Мы только летаем. Это вот так она с виду такая тихая. Ну, бывает. Галь, так что, почему? В чем основная причина? Почему ты не хочешь открыть свой канал? Ну, даже про много... эту готовку. Угу. Значит, вот понимаете, столько много очень разных блогеров, которые, значит, там рекомендуют это, рекомендуют то, приготовить, там и что, делают там, знаешь, это искусно. Я все делаю по-домашнему. У меня нету таких вот
что-то вот такого. Ну, Галь, ну, может быть, это и ценно, что ты ну, не знаю. Что это у тебя все по-домашнему, все из того, что можно вот сделали, найти в холодильнике. Сделали вот, например, последнее даже видео. Сделали видео, значит, с этими... С грибами. А вот первый раз слышу, что такое вот тесто делают на горячей воде. Делают не только на горячей, не только на холодной воде. Даже делают на минералке тесто. Именно для пельменей. Именно для пельменей, для чебуреков. Они делают даже на минералке. И я делала на минералке, мне очень понравилось. И делаю это, знаешь, это с холодным это, водой немножко подольше нужно замешивать. С горячей водой оно идет побыстрее. У нас руки с тобой, знаешь, не такие, что это... Силов не снима. Да. Силов нема. Мы старенькие, хворенькие. Вот. Вот почему. Нам на горячей водичке по-быстренькому. По-быстрому, да. Ну, дома у меня, знаешь, это есть планерный миксер. Значит, я это зачастую его использую. Галь. Я обещаю, что к следующему твоему приезду я тебе планерный миксер, когда меня точно сгрызут, скажут, опять кухарку вызвала. Нет, то, что я готовлю с удовольствием. Не то, что вот меня заставляют там или еще что-то. Мы с тобой, знаешь, это все успеваем сделать. И погулять, и, знаешь, это куда-то сходить. Приготовить. Чего страшного, если, значит, мы начнем что-нибудь вместе делать. Вместе сделали побыстрее. И опять освободились, и мы можем гулять. Ну, ты про то говоришь, что пишут, что вместо того, что на море сидеть, вы тут что-то готовите, да? Конечно. Тем более на море у нас это далековато. Нас нужно возить. Туда-мо, сюда-мо. А это у нас может... И не просто возить, а возить на Мерседесе. Ну, Лен, ну, действительно, тут вот Лена говорит, она говорит, ходит пешком, значит, до моря ходит пешком. Час ходьбы – это пешком. Ну, мы с тобой часто... будем дольше идти, потому что ноги больные, какие пешие прогулки. Зачем какие? Такие надрывать? Нет, это речь идет о том, что можно ехать на автобусе, и автобус у нас тут 100 метров от нас останавливается. Ну, да. Ну, у нас есть еще Настя. Настя, которая, она не выдержит там, сколько на это автобусе? В автобусе ехать почти 40 минут, потому что он петляет там по всему городу. 40 минут с Настей на автобусе, это... с вещами, ну, я не знаю, кто-то нашей смерти хочет. Что бы вы плохого сделали, вы нас на автобусе-то отправляете? Не, ну, Галь, ну, а при чем здесь это? Мы же говорим о канале. Ну, о канале. Ты не хочешь читать комментарии в свой адрес или что? Я не хочу вот этих вот всяких передряг, знаешь, это. Ну, как передряг. Не то, что передряги. А нужно было вот сделать вот так вот, а нужно было сделать вот так вот. Ведь много таких вот комментариев. Ну и что? Ну, у людей такое мнение. Они делают по-другому. Они делают по-другому. Они делают там, знаешь, это по-своему. Я делаю по-своему. Ну и зачем мне это нужно, знаешь, это все это вот читать, все это перерабатывать? Да, а можно комментарии закрыть? И будут только смотреть, не будут писать. Это во-первых. А во-вторых... Не хочется этим заниматься. Вот, честно говоря, вот то, что это я тебе, ну, как бы это с тобой вот ведем канал, знаешь, ты, и ладно, знаешь. Ну, то, что вот есть какие-то, знаешь, это... Ну, еще, наверное, причина в том, что это очень много отнимает времени. Да. Это кажется, что это вот это тут... Это очень много, да. Вот ты лучше расскажи, Галя просыпается... Идет ко мне комнату. Ну-ка, рассказывай. Ты что, говорит, уже не спишь? Иду спать, она все это сидит с телефоном. Я встаю, она опять с телефоном. Зачем мне это надо? Я хочу спать нормально. Я тоже нормально сплю. С телефоном. С телефоном. А мне это не надо. Я встала, пошла заниматься там своим делом, там или еще что-то. Да, спрашивают еще, знаешь, это, да, у меня сын, у меня внук, еще внучка есть, она
старше его, это внука. Ей уже 23 года. Живет своей жизнью. Но с ног, можно сказать, нету. Да, там удивлялись, как это так, сын есть, внук есть, да. А снохи нет. Бывает, вот, бывает. Бывает по-всякому. Да. Ну, бывает сын один, а снох много. Бывает и такое. А бывает сыновей много, а снох нету. Да. Но внуки есть. Ну, бывает это все. Это... Ну, это... Житейские, это все это, и зачем это все это афишировать там или еще что-то, не хочу, понимаешь, не хочу. И вот это... Я-то понимаю. Ну, вот, тем более. Ну, люди же хотят, люди же просят. Еще до того, когда, как ты приехала, если ты читала комментарии, все писали, что когда же приедет Галя, когда же приедет Галя, пожалуйста, снимите с Гали какой-нибудь рецепт. Что вкусного Галя готовит? Ну, а теперь вот уже получается, что вы надоели со своей готовкой, идите на море, дышите воздухом, макайтесь в пучину морскую, а вы тут все с какими-то пельменями. Ну, не говори. Все это... Ну, нам же тоже есть надо. Есть надо. Ну, и... готовим, заодно видео сняли. Да. Того, что мы... Ну, пусть завидуют, что мы едим пельмени с грибами. С грибами! Вкусными! То, что вот действительно, значит, заниматься блогерством, это нужно и характер, нужно время. А у меня характер не такой. Я не могу вот этим заниматься, честно говоря. Короче, твое категорическое нет. Категорическое нет. Очень много, знаешь, это сейчас блогеров и рецепты. Вот сейчас вот идет это в ТикТоке Марго. Она тоже дает такие это, полезные вот эти вот. Иногда я и с нее тоже беру пример, там что-то это могу приготовить. Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, ничего нового-то нет. Ну, ничего нового. Все новое, это давно забытое старое. Да. Просто кто-то там что-то там добавляет щепотку, свою изюминку в какое-то блюдо и... Получается, как бы, ну, это новое, как бы, мое, там, как бы. Да, ну, просто многие еще переснимают чужие видео с готовкой и объявляют себя шеф-поварами и говорят, что я это... Что мы придумали, это вот мой рецепт эксклюзивный, или там бабушка рассказала, меня вот умиляют эти вот рассказы, что нашла рецепт у бабушки в записной книжке, вот, и там, значит, в рецепте там, например, каперсы. Да бабушка понятия не имеет, что такое, не имела, что такое каперсы. Это точно. Ну, к примеру, или там какой-то другой, там, экзотический фрукт. Бабушка, там, возьмите, там, три банана, один этот самый ананас, где она его возьмет, там, бабушка? Смотри, вот даже вот в этих, как вот, покупаешь там мультиварку, это покупала. Угу. Покупала там еще что-то, значит, и там рецепты приготовления. Там, значит, первое, второе, начнешь читать. Господи, а что это такое? Начинаешь Ё-моё. Так вот же, Галь, так об этом же и речь. А у тебя простые рецепты из доступных продуктов, практически из того, что и у всех есть в холодильнике. Поэтому они и интересны, что ты ничего не выдумаешь, никакой там экзотики, там щепотку, не знаю даже чего. Это... Сейчас, конечно, все доступно. Все доступно. Любой продукт, но при этом вопрос цены... И как бы, ну, необходимости. А зачем? Ну вот, зачем? Ну, да. Если можно это сделать там не менее вкусно. Прочитала какой-то рецепт. Тогда еще муж у меня был жив, Володя. А, курицу там с ананасом, что ли, что-то в этом роде в этом было. Стали от твоей Вовка я и курица с ананасом. Две вообще несовместимые вещи. Он мне говорит, мать, это что такое? Я говорю... Курица с ананасом, вот по рецепту сделала, и все. Он говорит, первый и последний раз. Остальное будешь сама доедать. Вот и все.
Вот и все рецепты типа с ананасами. Рябчики с ананасами. Хотела, знаешь, это сделать что-то, знаешь, это более изящнее, более вкусное, там или еще что-то. Короче, хотела выпендриться, Галь, скажи уж честно. А то. Ладно. Вовчик это, знаешь, Вовчик это, Вовчик. Что, дай-ка мне пельмени с грибами. Что попроще, посетнее. Короче говоря, канала от тебя не дождаться. Нет. Но ты хотя бы пообещай, что ты пока ты здесь, ты будешь что-нибудь приготовишь. Приготовим. И не только приготовишь, а будешь участвовать в моих видео. Ну, пока я здесь, я тебе и помогу, и все это безоговорочно. Понятно. Поможет. Конечно. Я тебя не заставляю, не неволю. Поможет. Нет. Ты что? Ты меня никогда не заставляешь. Ты наоборот, знаешь, я говорю, Лен, что тебе помочь? Ничего не надо, я сама. Ну, а я сижу как дура. Ты сиди как умная. Что ты как дура-то сидишь? Ну, как умная, сиди такая. Я умная. Ладно, давай уже прощаться. Начинаем комплименты друг другу раздавать. Кто умный, кто дурак. Не, ну... Это иногда не понимают наш с тобой юмор такой запанибратский. Мы уже друг другу так привыкли, что друг друга подкалываем. Мы подкалываем, мы понимаем это долю всей этой кочевой. Не все понимают. Но... Галя, прекратите ребить. Галя все, пока с вами разговаривала, всю дорогу в руках держала. На, подержи, не бросай. Всю дорогу держала этот пузырек, и я чувствую ее желание понюхать. За руку хватаю, Галя. Боишься, что я вынюхаю? А то. А тебе я что-нибудь оставлю. Ты поедешь, там у Дениса все есть, он тебе все доставит на дом. Нечего тут мою нюхать. Ладно, давай уже будем прощаться. Ну ладно, девчонки, поговорили немножко о том, о сём. Спасибо, что были с нами. Были с нами, да. Выслушали нас, наш юмор заценили. Всем пока-пока. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.